Так, всем привет. Сегодня делаю такой блок, очень старый, прям очень-очень старый. Это у нас Bosch 154 с таким вот номером. Отключаю мобилайзер. Выпаиваем EEPROM вот с этой стороны. Вот здесь стоит прям. Вот я уже его выпаял. Все поставили, прочитали. Вот он, оригинальный дамп. И вот со второго адреса делаем F. Затираем. Так, у нас английский язык обязательно. Понятно, F, да? Так. То есть вся верхняя строчка должна быть F. И на... Снимаем фишку с иммобилайзера и перемыкаем к линию. Схему сейчас приложу. Ну все, собственно, вот такой коротенький видос, но полезный. Всем пока!